Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фреда Висплей, и мы сегодня поиграем в страшилку. В ужастики, в хоррор и все остальное. Я никогда, ну так, сильно не играл в хорроры. Мне они не нравятся, но именно эту игру я увидел где-то не в обзоре, а у какого-то стримера, я не помню, вернее, не стримера, как это, блогера. Ну, в принципе, и стример, не буду говорить кто. Увидел я четвертую часть, получается. Она меня заинтересовала, так как сказали, что четвертая часть очень не очень. А первые три были очень, даже очень. Поэтому решил сыграть. Игра называется «Темные картинки». Man of the Medan. Как переводится, это мужчина. Medan даже без понятия, что это. Ну ладно. Я в нее немножко поиграл. Как обычно это бывает. Поднастроил и все остальное. Мы начнем заново, естественно. Переживем эту веселуху. Так, чтобы вы прочувствовали, так сказать, весь вкус и все остальное. Новая история. А эту ячейку нельзя убрать? Подождите, сейчас удалить как-то. Там у меня будет две сохраняшки висеть. А смысл? Что, эскейт так нельзя нажать, просто эскейт? Нет, надо именно вот эскейт нажать на мышку. Шутите, что ли? Новая история. Вы действительно хотите передописать эту ячейку сохранения? Да. Окей. Поехали. Man of the Medan. Как-то так. Коробки таскают. Чё ты такой злой? А, о, йоу. Это ж у меня это самое. Ладно, сейчас дойдем, потом увенчу. Звук и настрою яркость. У меня яркость немножко меньше сделана самого экрана. Не, бухарики, ты посмотри на них. Арбузом закусывают. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Без проблем. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Ну и красавчик. Вы умеете умею драться? Я? Эй, дай четвертак. Зачем? Да хочу давай. Узнать будущее. Чё ты? Поехали. Рассказывай, что меня ждёт. Джо. Португалия. Какой вопрос ты хочешь узнать? Так, сомнения, любопытство. Расскажи мне о моем сыне. Так, а тут стану ли я богатым? Давай, наверное, о сыне. Я про сына своего хочу спросить. Он, у него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Змея, прекрасно. И бамбук. Змея, бамбуки. Дракон, бамбук. Это не змея, это дракон. Ёлки-моталки. Да, бамбук. Взгляни. Скажи мне, что ты видишь. Я вижу фишку. Нажмите и удерживайте кнопочку первую, чтобы брать предмет.
Есть такое дело, используйте что? Ага. Ага. О, рыба. Ну, форель. На рыбу похоже. Форель. Херакс, 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 херакс. Что, отпустить? Ага, отпустить. Твоя судьба. Так, это бы слишком быстро. Потенциальный ветер. Это ветер всегда. Несет за собой смерть и страдания. What the fuck? Смерть? Это как? Что это значит? Мавашу. Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. Особенности обновлены. Населенок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Можешь ли типа произвести своего друга? Че, произвести третью налево? Превзойти сейчас своего попробуем. Друга в драке, ё-моё. Давай. Попробуем. Пью. Пью. Что немного с мышкой не то. Надо чуть-чуть настроить. Резкость, жесткость. Да нифиг баловаться. Давай, опа, да. Ага. Да я супер боксер. Вроде... А, да, чё? Говорили, что умеете драться. Да умею я драться. Как-то. Тихо, тихо. Ща. Все нормально. Что? Мышка надо чуть-чуть. Профукал момент. Have a nice day. Всего хорошего. Ты в очко, нахрен. Не то нажал. Чё, нам на ну корабль ладно. Пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Особенности обновлены. А что за особенность? Неуверенность. Ага, понятно. И все, да. А, о, картина. А, так это я тогда добил. Ага, тут все ясно. Ладно. Это корабль. Во второй грузи! В трюм номер два! А что здесь? Там рабы. Тут какая-то херня. С черепушкой и крестиком. О, ну да, крестяк. О, шикарно. Теперь все хорошо видно. И тени, и все остальное. US 0028, S84, C270. И такие штуки у нас три. И причем они стоят одни в трюме. О, здорово. Что они не похожи на подбухинки. Вот мое медицинское заключение. Эти парни надрались по-черному, потому и будят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Вот это вжали. Второго волоките в карцер. Пусть там посидит. Ну то вжарил. Я, конечно, понимаю, что он это самое. Немножко подбухенький, но так, ёпта, ну так бить нельзя, ну. Что вы сразу? Сразу так-то это самое. Умазал. Да ладно, течь. Прекрасно. А, это сверху. Сверху. О, почалось одеть налево. Что все потекло. О, все понятно как.
короче. Будет восстание машин. Ну, этих трупов я имею в виду. Ой, блядь. Зомби-апокалипсис, да? Ну, как так-то, а? Нахера вы тыкаете, мы не понимаем, тот сам. Портрет сына. Не помню, в лазарете был? А, да, лазарет. Час ночи. Так. О, нихера себе двигаться можно. А, бля, зажимать надо, ну да. Так, и опа, папе, возвращайся скорее. Окей, бля, так он перевозит быстренько-то. А так быстро не может перевернуть. Ладно, дальше пошли. А, кстати, я хотел немножко хотел еще увеличить управление. Ну сколько, ну давай это на 30 сделаем. Становись. Да чтоб тебе вот так вот. Да, сохрани, спасибо. Опа. Что-то светится. Берем. Тянем. Да еди тебя цилиндрить. Монетки. И ключик. Ну, естественно, бери, ну смысл. Ну что, покрутили, повертели, все, бери, молодец. Это его кровь, да? Ничего себе, его умазали. Кровище потекло. А что, посмотреть, не повертеть там, ну, может что-то у него есть там, оружие. Хотя бы. Для начала. Тут ничего больше не было. Нет, ничего. Ладно, пошли. Валим отсюда. Да ёпты. Бля, изнутри закрылся. И притом помер. Слышь, чувак, мне кажется, ты его грохнул. Тебе не кажется, что ты его грохнул? А сюда нельзя? Ладно. Управление правда какой-то. Что там такое? Ага, сюда нельзя, ладно, сюда. Управление, правда, так себе. Главное успевать нажимать на кнопки. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Угу. Что-то не так. Давай выбираться. Давай. Вау, сквозь друг друга проходят. Прикольно. Топ такой. А, кто здесь? Чарли, ты где? Я тебя потерял. Ух ты, Началось. Что это такое? Нажмите, чтобы попасть в такт пульса. Окей. СС. СС. Хоть тут не просру. Блин, интересно же посмотреть. Не только смотреть за этим пульсом. Что там такое, мужик у тебя? Галёненький, да? Интересно, а если бы я пропустил бы такт, он бы пострелял бы? Не, на этом бы все закончилось? Ну, пошли давай. Питер Петтигрю. Кто это? Гарри Поттера смотрел? Ух ты, бля. Что это было?
Сука. Нахера ж так пугать? О, вот это дымок. Прекрасно. Что там? Ты так именно постарался. Очень крепко. Я видел, да, это. Просто двумя ногами. И так потянул мощно, хрустнула аж спина. А тут. Эй, Чарли, сюда! А там нельзя сделать так вдвоем, да? А, ну быстро нажимать надо. Быстро. Да едите его налево. Не говори. Какое-то безумие. Все, мне жопа, я не засну сегодня. Фух, блин, наши мурашки побежали по коже. Ух ты, я думал, тот опять стоит. Так, тут никого, пошли. Блин, ребята, давайте наверх, короче. Господи. А, да ладно, Бакли. А что у него произошло? Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Только еще никого, у него сердечный приступ произошел. С пунктом эпилепсии. Ну иди, ёпты. Да, управление тут чуть-чуть. Там лестница, я думаю, блин. Думал, кто-то спускается. Ох, идти налево, как же, сука, как-то сыкотно мне, однако. Только давайте без скримеров. Не, нормально, обошлось. Быстрее ходить, окей, давай, быстрее. Оп, подожди-ка. Не зря сказали быстрее сходить, да? Опа-на, что здесь у нас? Что? Здесь у нас... Ничего. Да ё-моё. Зря сходил. Что, да, зря сходил. Как так-то, а? Нахер своего. Слушай. Холл 3. Хочу спросить. Ты сейчас не чувствуешь такое? Ничего странного? Да пердун. Я люблю потрепаться о своих чувствах. Ха. Ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Вот именно. Ходишь, стой, пердишь. Поднимемся на палубу. Ага. Давай. Согласен. Ух ты, бля. Да ёпарасы ты. Видишь, вот это тебя? Меня передёрнуло. Нет. Ты в порядке? Ни хрена себе, аж голова тёрна. Фух, блин, аж подходить не хочется. Ну хоть и скример, это жопа. Фух, ещё с таким звуком. Да чё ж так со старта-то, а? Чарли, иди сюда! Обалдеть, вот это парни. Вот это присели отдохнуть. Ох, ёо, поросите. Не понял, 4 трупа и один автомат только. И нож. Прекрасно. Beautiful. Просто супер чудово, ёпта. Ага, мелкий где-то. Где нахер, не пугай меня. Может не надо? Да бля. У меня сейчас почки встанут или откажут. В принципе, тут одно и то же. Эй, иди сюда. Он с ума сходит. Не понял. Он же сзади был. А как так? Он же сзади был. Бля, чувак с ножом, малой.
А, это его сын, типа. Ох, далеко клавиатура была. Че вышло? О, ты ее грей на три. Опять тоже сердечный приступ. Сердец, ёпта. Фух, помогите! Мы здесь... Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Где скример? Это жопа. Это что за хрень? О, евдрить его, цилиндрить. Да что такое? Ты как крыло дверь. Не долет. Корабль смерти. Часть вторая. Фух, ну короче, скримеров было довольно-таки очень достаточно. Я реально подергался. Ужас, играю сейчас 10 часов вечера. Прекрасно. То, что надо, ладно. Послушаем музыку. Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Здрасте. Как дела? Пока не родила, да? Ну ладно. Не смешно. Я ж не записываться пришел. Зачем мне книжка? Точнее, даже не книжка, это... Типа, я как... хранитель. Хранитель историй. Истории о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Mm-hmm. Таких историй, как это. Я понял. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Тебе книжки не хватит. Безвременно.
Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. Угу. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Угу. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Бесконечная. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Вот так вот. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Ты случайно не смерть? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно Походу, будет да. влиять на других. Попахивает этим самым. Я буду наблюдать за вашими успехами. Сверхъестественно. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить... Интересно, зачем вот эти кольца на руках? Или ошибки, которые вы совершите. Для чего они? Ну, рубашка обычно, смысл колец. Хм. Я понял, короче, надо собирать какие-то картины. Ёпарес, это что вас всех перевернуло там? Чувак идет какой-то. Босой. А вдруг будет пиявка? Чьи это, блядь? Устрица. Брэд. Брат Алекса. Невинность. Эх ты. Невинность. Какое там? Что-то там было еще внизу, да? Ладно, бывает. Французский там что-то было. Алекс, брат, брат, а невинность. Мотивация. Это у нас мотивированный парень. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Кого? Бухла там мало, конечно. Слушай, я... Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну... Ты шутишь? Да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Печально. Шо там? Обида, смущение. Неловкость, обида, мне надо было работать. Так, ну, давай смущение. Как-то... Чего? Неуверенно же. Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Да ты какашка, охренел? Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И... Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Ты на приколе. Неловкость, обвинение. Так, меня пригласили. Плохо Бля, меня пригласили. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Течешь? Ах ты какашка. Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, и что причем цвет какашки. Просто... Ладно. Учеба в меди сплошной стресс. Да неужели? И учиться еще надо просто. Мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Не быть крутым. Так, сопереживание, цинизм. Всего 2 недели. Пошел ты. 2 недели? Это давно? А? Получим. Ха, да. Кто бы сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. И шо там, шо там? У меня упали одно. Отлично. Побеседовали, поговорили. Тут аж ничего пока нету, да, правильно? Зато тут уничтожилось просто. Было столько, стало столько. А что это картины новые?
Ладно, не будем пока нажимать ничего. Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто, я тут пытаюсь принять одно важное решение. Какое? Не просит ли мединститут? Не Нет, надо. Но, ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Да учись сначала хотя бы. Подумай еще, давай, подумай еще. А ты точно готов? Подумай еще. Взвесь, какие есть за. Курс изменен. А что я поломал? Вопросы вторых сотрудников, все это продумать. Это я понял, а что я поломал? Управлять. А что поломал? А, курс изменен. Ладно, хер с вами, с своим курсом. Привет! Здорово. Джулия, сестра Конрада, девушка Алекс. Конрад, брат Джулии, ой, это ж актер. Конни, это Алекс. Конни. Привет. Чё, как? Конрад? Кобыла, ой. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну, а да, ж... аналогично. Где ж Тём-Тём? Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Что у тебя с глазами? Много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... опасения, у меня морская болезнь. Да, круто, у меня морская болезнь, да? Не морская... У него же морская болезнь, да? Нет, у меня морская болезнь. Если честно, я... немного побаиваюсь морской болезни. Брэд. Брэдли. Рэй Брэдлбери. От морской болезни лекарство одно, и оно перед тобой. Серьезно? Меня вырвет. Я блевану. Нет, не стоит. Ты же не хочешь... Что, опять поломалось, да? Мне пока еще все живые. А, чтоб тебе. Видеть, что я ел сегодня на завтрак. Как скажешь. Раньше уже погружался? Самоуверенность много раз... Ну, ныне... Я... Да ну, он же ни разу не погружался. Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Опять что-то поломалось? Да чтоб тебе 300 лет. Да не, ну, вроде добавилось. Брэд сказал правду. Обещаю. Так подожди, оно же должно... А, добавилось. А, Я буду нежным. Нежным будет, ладно. И где капитан этого корыта? Зачем сразу обдуваться? Флис, капитан Дью оф Милана. Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... А еще, короче, шорта не нашлось, да? Все на борту и готовы отправляться в море? Губища какие. Як у рыбы. Рыбища. Ну, если ты предлагаешь... Оу! Ну зачем? Пиво аж разлилось. Ну палубу залил, ну... Ай... Что за люди? Так, а сколько играем? Ладно, давайте еще, наверное, минут 10 и закончим первую серию. Вышкните, яички подкатывать. Вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Ну какой-то голубой. Крутые точки. Так, оптимизм, не знаю. Так, Брэд был... давай, Брэд был так уверен. Брэд был так уверен, что это здесь. Так-то да. Шансы найти иголку в стоге сена не слишком велики.
Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? В квартире газ. А у вас? Вы только полюбуйтесь. О, эй! Смотрите, что там? Похоже, бомбардировщик. Приблизь. Самольёт. О, да, это точно Б-29. Это типа клёво? А котята клёвые. А розовые единороги? Брэд. Эй, я нашёл крутой рэк. Мне полагается победный танец. Вот, смотрите. Вот так. О, да. Итак, Б-29 — суперкрепость. Во время Второй мировой этих красавцев конструировали так, чтобы они могли летать на максимальной высоте с ядерным вооружением. Они были такие офигенные. Это слабо сказано, господи. Простите, увлекся. Нет, нет, ничего. Флис, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Ты гонишь, там точно куча баксов. Точно не хотите сделать все по закону? Зачевание нельзя нормально, да. Твою... То Давай, есть, ладно. Ты предлагаешь не погружаться? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Пойду соберу еще данные о Б-29. Еще немного, это и что, можно якорь, будет типа? Вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат? Какой брат? Алло. Все в нас, все, пошел он в трюм. Он же не сам это. Не рожать собрался. Иди сюда. Что там? А это похоже на вход. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Дыра. Может, отверстие. Или все-таки дыра. Вот это ж хвост, да? Да, вот хвост. Да, ладно, дыра. А сюда нельзя пролезть никак, да? Тут такие маленькие окошки. Вон открытая дверь была. А ну назад. Вот она, посмотрите, вот она. Че, сюда нельзя зайти? Ай, крепость, бля, мух. Мозгов вам не хватает, крепость. А что, одни рифы? Короче, все, ясно. А как назад? Планшет тоже мне. Так, давай с тобой побеседуем. Снаряжение почти готово. Отлично. Прекрасно. Помочь? Может, помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Строгость. Понимаю тебя. Но давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас с ней ссориться. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Ей конец. Как хочешь. Убьешь? Только не провоцируй ее. Или утопишь. Ладно, я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Готова. Ням-ням-ням. Ну, с Брэдом это понятно. Джулия, по крайней мере, ничего не уменьшит. Ой, бляха-муха, ничего не уменьшилось. Да, конечно, ничего не уменьшилось. Ой, Брэдом, конечно, вообще печаль. Я почти закончил. Прекрасно. Великолепно. За хорошо. Ой, да что ж ты, зачем мне это? Мне это не нужно. Я сюда хочу. О, давай поговорим. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Так, ну давай, езжай, ладно. Да, ты прости, что так вышло. Все немного на взводе.
Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Согласен. Раздражительно было. Давай самоуверенность, да? Да. Ну, нырял к паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Засунут пальчик в одно место. Тревожить ее незаконно и аморально. Ой. Я все понял, сколько, что сколько, а нет смысла. Агрессия, кто вы... Бля! Да ладно, тут кроме нас никого нет. Кто узнает-то? Поймите, наш маршрут зарегистрирован. И если кто-то увидит, что в самолете были дайверы, нас тут же вычислят. Особенно, если в сети появятся сувениры. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. А не орите, что ты орешь. Шо, пердец, да? Кто она? Фриз. И так, да? Ой, ладно, короче, нормально, пойдет. Все зашибись, короче. Все будет прекрасно. Эй, братишка, как ты? Башкой не ударься только. Что это вообще такое? Корабль. И шо? Ага. А повернуть нельзя? А, это про вот это они картины говорили. Откройся. Ну чё ты? Ну, провода так висят, конечно. Вот. А, это каюта, да, поспать, типа. Мне кажется, эта кроватка слишком маленькая. Открываем. Порнушка есть? Похоже, Джулия взяла с собой все. Все взяла? А шо, ну парфюм, ну и шо. Если б не цена, запах и запах. Баллоны уже готовы. Но она счастлива. Все, можно, да, уже. Сейчас она где-то там к парню. Чувачочек. А шо тут-то? А сюда нельзя, понятно. Я понял. Я вас услышал. Ну что, как дела? Ух, до сих пор не верится, что мы и правда нашли самолет. Восхищение, недовольство. А что недовольство? Капитан от нас не... Это понятно. Давай. По-честному, я тоже удивился. Еще бы. Ведь какие у нас были зацепки? Никаких почти. Кое-что в интернете. Боже, скорее бы увидеть, что вы там найдете. Что там внизу? Притащу. Давай это. А ты как думаешь, что там? Судя по вашим фото, самолет спасательный. Это просто обалденно. Не знаю, много ли там найдется, но все-таки. Камеру не забудьте. Нет фоток, нет доказательств. Состраданиями, так и энтузиазмом, что нужно искать. Ну давай, что нужно искать. Так, профессор, подскажешь мне, на что там надо обратить внимание? Поищи то, что поможет нам понять боевую задачу экипажа. Ага, до встречи. Угу. Спасибо, что зашел. Какой-то журнал, походу, или книжка, или что-то такое надо, короче, найти. А у нас поднялось? О, нормально, Алиса, поднялось отношение, это хорошо, это очень хорошо. О, что-то еще тут есть? Что это такое? Ля, ничего себе, дата рождения. Вес, рост. Да ладно, ничего себе, указано собственное синее, понятно. А это права или паспорт, или что это такое? Что-то тут не то. В каком смысле что-то тут не то? Указано собственное имеется право вводить занятия по... Да ну ёпта. 1, 2, 12, наверное. А что не то? Что тебе не нравится, я не понимаю. Слышишь? Джон Рик, как тебе там? Чувак.
Так, в общем, это ребризер. Угу. Он гораздо круче обычного акваланга. Угу. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Mm-hmm. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. А смысл кислорода, если ты выдыхаешь углекислый газ, то все равно. Спасибо за помощь. Давай, давай. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте. А я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Хитрюга. Я хочу посмотреть, чем он занят. Так, взять фотки. Да, без фоток ничего не будет. Давай возьмем фотки. Ты с камеры? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Все, детишки, можно нырять. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. А ну, говорить. А что говорить? Может, включим ее сегодня ночью, когда будем... Опа, на курс изменился опять. А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Отношения в норме. Что-то и это на него посматривает, да? За палкой смотрит. Нет, твою мать, не взяли. Они не взяли. Это очень плохо. Просто камера это не то. Там же акулы могут быть. Все норм? Более-менее. Ничего не норм. Как можно было не взять палку? Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир. Это круто. Твою налево. Забыли не палку. Ну, вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон. Силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Вход поплаваем, поищем. Как можно было палку не взять? Ну, капитан... Как насчет пьем-то со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылкий Юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Вмазать их хочешь? Ну, я имею в виду, переносить в смысле этого слова. Почему бы и нет, я пас, мне нужно... Так, ладно, быть трезвой головой. Лучше трезвая мне голова. Мне пока что надо следить за твоими друзьями. Да. Красивый у тебя корабль. А деньги откуда? Кредит едрить на талево. Это ипотека, как она там называется. Как у них называется? Даже не знаю. Так, самоуверенность и долгая история. Это долгая история. А вот тебе надо. Все сложно, сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Давай. Ну, я несколько раз ходила в банк. И подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Так, ты взяла кредит. А ты умнее, чем кажешься. Кредит. Если захочешь, может, моя семья вложится в твой бизнес. Прекрасно. А машину мне купишь еще новую? Сама, не, вертолет хочу. Обида, я создаю свой бизнес с нуля. Очень щедрое предложение. Давай, давай. Очень щедрое предложение. Бабулесики как-никак. Думаю, его вполне можно обсудить. Что там? А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. И что у нас изменилось? Джулия, ну и Ясен хрен, ей ничего не понравилось назад. Ну почему эскейт не работает? Алекс, ну это понятно. Брэд, ну и шо? Тут походу с Алексом какие-то шурамурии не будут. А, надо было сюда. Назад давай. Двигай жопой назад. Своей очаровательной жопкой. Извините, отрекся. Отрекся на ее жопку. Включай. Да. Погода ясная.
Все прекрасно. И я прекрасная. Погода ясная, я прекрасная. И все будет у нас хорошо. Здрасте, вот теперь можно сюда войти. Что тут, туалет? А смысл? Ну и шо? Прикладовка нахер. Опять картина. Зачем я их тут держу? Сел на мель. Прекрасно. Пистолет. Какая-то лодка, много людей. Я так понял. Так, тут. Ну, смысл там лазить? Там я уже знаю, что там. Что там есть? Зачем? А почему здесь не показывается? А, ну ее задница-то показывается. Почему здесь не показывается кровать? Была ж показ. Мышка, все, понятно. Давай пошаримся. Книжку давай возьмем, давай книжку. Там мы флакон брали, давай книжку возьмем. Да, да, вкусненько, ложи обратно. Книжку. О, книжка. И что книжка? Хогвартс, да? А, все, вот это... А зачем шариться надо было, я не понимаю. Так же не надо делать. Это неправильно, нехорошо. Привет. Привет. Ты как? Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Ну, давай так, что ты знаешь? Что знаешь об этих обломках? Только слухи и теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. Все это на все это, что скрываешь? Как ты его нашел? А как ты нашел этот рэк? Все искали там, куда летел самолет. А я спросил себя, а откуда он вылетел? В смысле, где авиабаза? У меня возникли догадки, основанные на гипотетическом обратном маршруте. И они оказались верными. Ни хрена себе. Ты какой-то умный. Интерес, давай Неужели посмотрим. Неужели по рассказам о Второй мировой можно находить места для дайвинга? Да, когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен. Я много знал о маршрутах самолетов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались 100 раз, но ты понимаешь, находить самолеты круче. Ты очкарик умный. Увидимся. Ты не просто очкарик, ты умный очкарик. Ладно, заходи давай, пора на палубу и пора давай. Так, наверное мы на этом закончим. Да. Тут же можно сохранить? Нельзя? Коллекция персонажа продолжит вернуться. Значит, нужно где-то сохранение должно быть, чтобы ну не чё, было. Ну чё, как дела? Пока не родила. Строгость, спокойствие, расслабься, может быть. Летит за... Давай. Следи за погружением, я осмотрю яхту. Как прикажете. Дать питье в нос. Любопытство, так... Тебя вынесла на берег? А? Я серьезно. Я серьезно. Это тебе не шуточки, Конрад. Или делай нормально, или не берись. О, ладно. Я понял. Серьезно. Да, серьезно. Наслаждайтесь отдыхом. Мажоры. Не ладно. Конечно, наслаждайся отдыхом. Уже. Конечно, непонятно, что. Ну ладно. Так и шо, я не помню. Тут а шо это такое? Бинокль или чё? Держать надо. Здрасте, а вы кто? Вот те раз. Кто-то приближается. Кто-то едет очень быстро. Стоять, это шо? Что хорошо рацию брала. Mm-hmm.
лодка, похоже, нет. Это не береговая охрана. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? По губам давай друг другу. Так, молчи, раз это хорошо, что-то не так. Что-то не так. Что-то не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Да. Понял? Пачку закрой твою. Куда вы плывете? Вы что делаете? Вы что, байки не видите? Ёлки-палки, беспокойство, внизу. Дайверы, уплывайте. Эй, туда нельзя! Вы что вообще делаете? Или надо было сказать внизу, да... Нет, внизу не надо. А то про... Ой, лодка-дырка. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите! Мы можем это легко уладить, не волнуйся! Стой, остановись! Сколько баксов? 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Что ты творишь? Хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Ты звезданулся? Что там, походу... Мне кажется, немножко палку перегнул, и у того, которого один глаз белый был, он сейчас станет зрячим от злости. Так, все. На этом точно, наверное, скорее всего, конец. О, пуля во лбу была. Походу, его застрелил кто-то. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Ох, и Конрад. А, молодец, Конни. Турель, мы пролезем здесь. Дайте мне закончить, пожалуйста. Сделайте сохранение. Там какая-то херня торчит. Не зацепись. Ух ты, блин. Как-то неожиданно. Осторожно. Тут опасно. Да ты шо, как хорошо, что я думал... Пропустишь даму? О, я думал локоть выставить, посидеть, посмотреть пока, мисс. Так, нет, все, минутку, хватит. Я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. Все, прекрасно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Почему я не говорю на украинском? Потому что это очень страшная игра, и я просто не смогу подобрать сразу украинские слова. Все, всем удачи, всем счастливо, всем пока.